Дорогие друзья, я обращаюсь как к мужчинам, так и к дорогим моему сердцу женщинам. Наконец-то наше клиринговое брачное агентство «Новый Союз» открывает сезон романтических встреч в пансионатах Подмосковья. Мы выезжаем на субботу-воскресенье в пансионат, где вечером организуется шоу-представление «Флирт-пати». Но это не просто какой-то концерт или застолье. Обязательно вечер будет тематический, и в этом тематическом вечере вы будете участниками этого захватывающего представления, где мы будем учиться флиртовать, строить женщинам глазки. Мужчина научится подходить к женщине, не стесняться, знакомиться с нею и учиться говорить такие слова, чтобы эта встреча переросла в длительный, радостный союз, чтобы каждая следующая встреча была радостной с вами, дорогие мужчины. Потому что часто мужчины и не знают, что сказать женщине, сидят, мямлят или рассказывают какие-то байки, а женщины должны научиться презентовать себя. Потому что это такой своеобразный рынок невест и женихов. Но это будет все в таком нон-стопе, когда будут выступать артисты, аниматоры. Я, как психолог, буду проводить некоторые тематические такие обзоры, где вас буду брать в игру эту. И вам в этой игре не нужно стесняться, вы можете научиться и флиртовать, и разговоры разговаривать с партнером, а другие будут тоже включаться. Это как некий такой ручеек, эстафета передачи друг от друга заряда энергии, заряда такого флирта, который заряжает и себя прежде всего, и других людей. Представляете, мы приезжаем в субботу, размещаемся в комфортабельных номерах и идем в место, где вас будут занимать и артисты, и аниматоры. И я, как психолог, буду с вами вести не беседы, а игры. Игры по знакомству, игры по разговору, где мы будем играть друг перед другом и перед собой. И вот потом вы сели за столики, о чем-то поговорили, меняемся, телефонами обмениваемся, идет разговор, вечер – шашлык, а утром – река, пляж. Загораем, отдыхаем и возвращаемся домой не только с поднятым настроением и с некоторым умением, но с перспективами знакомств. И эти тематические вечера будут проходить летне-осенний сезон регулярно. Вы следите за нашими афишами. Мы будем говорить, когда, где, какая тематика этого вечера. Я думаю, что вы под эти вечера подсядете, в хорошем смысле этого слова. Вы будете и отдыхать после трудовой недели, знакомиться. Найдете не только свою пару, но и много друзей. И эти друзья составят ваше окружение. То окружение, которое так нам не хватает. Пора порвать круг одиночества. Смотрите за нашими афишами. Участвуйте в наших романтических вечерах. Я думаю, что это прекрасно.